у меня такое предположение появилось. Вот, ну я вообще почитал интернет. И, в общем, на Ютубе, даже если у тебя партнерская программа, то все равно у тебя могут видео заливаться долго. То есть, как бы она на скорость не влияет. Вот. И то, что скорость долго заливается, это прежде всего зависит, насколько ты находишься, значит, далеко от сервера на Ютубе. Вот. Также может влиять твой IP-адрес, да? Вот, то есть, например, вот у американцев у них быстро заливается, потому что они живут там прям в Америке, да? Вот. В общем, и у меня такая версия возникла. А что если попробовать с помощью прокси поменять IP-адрес, то есть воспользоваться, например, американским прокси? Потому что вот сайт такой есть, NNM. NNM, да? No name. Вот. Там написано то, что прокси дает возможность смотреть ролики на YouTube, которые, например, заблокированы, которые доступны для какой-то определенной страны. Вот я сейчас ссылку не помню, где она. Вот, на этот сайт, ну, NNM, no name. Вот. То есть прокси дает возможность. Ну, я ссылку сейчас не помню. Какая? Вот. Дает возможность ограничения снять, которые связаны, да, вот, например, со странами. То есть ты берешь американский прокси, вот, и можешь YouTube пользоваться уже как американец. И я так предположил, что, а если скорость аплода будет нормальная, то есть видео будут быстро заливаться, если YouTube будет думать то, что ты из Америки. Возможно такое? Вот. И я, значит, на том же сайте NNM нашел, значит, то есть я пробовал прокси-свитчер. Пробовал еще какую-то прогу для прокси, но она не находила работающий прокси. Все были мертвые. Вот. И на этом сайте NNM есть такая прога. Вот она. Называется ADVOR. Вот. И там написано, как пользоваться этой прогой. Но дело в том, то, что у меня ни хрена ничего не работает. Вроде пишет то, что у меня прокси американский, то, что я могу нормально пользоваться, но у меня ни одна страница интернета не открывается, ничего не работает. То есть я делал все как по инструкции, все как там написано. Вот. Просто я сейчас ссылку эту не помню, да, потому что, ну, как бы, в принципе, там ничего сложного нет в этой инструкции, я это все запомнил, несколько раз попробовал, у меня ничего не получилось. То есть вот, нажимаем Connect, вот, и ждем. Вот, connected to the OR network. То есть вот OR. Это еще вроде называлось Tor, да? Tor вроде. Вот, сейчас это просто называется OR. То есть вот, написано, что я соединен с этой OR network. Дальше мы вот это new identity, да, тут написанные. New identity. Вот, мы сюда нажимаем. Так, вот, сюда нажимаем. И здесь мы выбираем любую страну. Например, мы выбираем Америку, United States. Вот. И нам тут показывают все вот эти прокси, которые для, значит, United States у нас есть. Вот. Мы любой выбираем, например, ткнем сюда. Вот тут написано прокси, например, 50.7.253.194, порт 9001. Вот. И вот эти все настройки, вот у нас браузер Firefox, нужно в Firefox ввести. То есть мы выбираем инструменты, настройки. Выбираем вот здесь вот дополнительно сеть. Вот, соединение, настройка параметров соединения Firefox с интернетом. Нажимаем настроить. Выбираем ручная настройка сервера прокси и вводим сюда все вот эти данные из этой программы. То есть вот. Порт 9001, все, что тут написано. Порт 9001 и вот этот вот 50.7.253.194. Вот. 50.7.193. То есть 253 194. Вот. То есть мы все это сюда вводим, да, вот еще раз проверяем. 50.7.253.194. 50.7.253.194. Порт 9001. Вот. Порт 9001. Вот. Используйте этот прокси-сервер для всех протоколов. Вот. Нажимаем ОК. Нажимаем ОК. Значит, и здесь выбираем Select. То есть, чтобы прога выбрала вот этот, собственно, прокси. Select. Вот. И тут написано, all new connection will appear as originating from... Короче, то есть, все соединения у меня будут как бы... То есть, то, что как бы я нахожусь под этим IP-адресом. Вот.
да? То есть как будто я нахожусь под этим IP-адресом. То есть сейчас у меня, например, если я зайду на какой-то сайт, то я уже должен зайти, как бы IP-адрес вот у меня вот такой. Как бы я уже американец, из Америки нахожусь, да? Вот. Но как только мы выбираем эту херню, интернет перестает работать. Вообще. Вот. Ни один сайт не открывается. Я пробовал... Ну, я ту инструкцию, во-первых, я ее несколько раз читал. Несколько раз я делал по инструкции. Плюс я делал сам. Вот, вот, пожалуйста, ничего не работает. Какой бы мы прокси... Можно нажимать disconnect уже. Вот. Какой бы мы прокси бы не выбрали... Вот. Дальше в настройках я меняю заново без прокси, потому что, соответственно, прокси никакие не работают. Вот. Я выбираю без прокси, и вот у меня опять интернет открывается. Вот наглядный пример. То есть, как бы, подскажите, если кто знает, может быть, я что-то не так делаю. Может быть, как-то нужно делать правильно, чтобы это все работало. Вот. И если кто использовал прокси для YouTube, вот, да, например, американский, действительно ли, поможет это... чтобы у тебя была нормальная скорость аплода. Потому что я предполагаю то, что я... У меня российский IP-адрес, поэтому YouTube видит то, что я из России, поэтому скорость не ограничивает. Вот. Но если воспользоваться, да, это я опять же предполагаю, я не знаю, точно это или так, или нет. Вот опять же я предполагаю, что если воспользоваться прокси, например, американским, YouTube будет думать, что ты американец, и скорость у тебя будет заливки видео нормальная. То есть вот, если кто знает, так ли это или нет, кто-нибудь сам пробовал, то подтвердите или опровергните, да, то есть скажите, да, это так, или нет, это не так абсолютно, вот. И скажите мне, что я неправильно делаю, потому что как бы все, как было написано в инструкции, все я так делал, плюс я вам сейчас это показал, вот, и в итоге, наоборот, ничего не работает, вот. То есть прокси-свитчер находит все прокси, которые мертвые, я пробовал еще какую-то программу, и не помню, тоже что-то связанное с прокси, вот я с рутрекера качал это все дело, вот. Сейчас я даже скажу, как она называется, вот, прокси. Так, я пробовал прокси-свитчер. Вот. Форум прокси-личер. Тоже меняет прокси. Плюс я еще пробовал этот AdWar. Вот. Ни хрена ничего не работает, короче. Вот. Так что, как делать правильно, что я делаю неправильно, и есть ли вообще в этом смысл, как бы, да, вот, если поменять прокси на американский, то есть в итоге все, если все будет работать, да, если YouTube будет думать, что ты американец, даст он тебе нормальную скорость аплода видео, чтобы ты смог быстро видео заливать или нет, вот. То есть как бы вот такие вот у меня вопросы, пожалуйста, помогите, потому что это для меня тема, она меня очень давно уже волнует, потому что с начала этого года скорость просто очень маленькая стала, вот если кто не знает. То, что еще в конце прошлого года, например, 300-мегабайтное видео, 300 мегабайт, ну, могло минут за 5 залиться. Вот. Сейчас же 300 мегабайт заливается чуть ли не за полчаса или больше. То есть, насколько скорость упала. Вот. Так что вот, пожалуйста, вот помогите, потому что это, как бы, знаете, я много видео заливаю, да, мне нравится это делать, я хочу все заливать 720p, но чем лучше качество, чем четче, тем больше весят файлы, тем дольше они заливаются. Так что вот такой вот у меня вопрос. Если кто мне поможет, вот, то я буду очень просто благодарен, потому что это для меня одна из главных тем, которые вот мне хотелось бы решить. Вот. Так что вот такая вот ситуация.